Молдова очень красивая страна, и мало кто об этом знает. Поэтому мы решили показать всему миру и прежде всего своим землякам самые классные ее локации. Смотреть на них надо не только с экрана телефона, а еще и вживую, так что самые шустрые зрители будут награждены. Первый, кто приедет на место съемок, найдет капсулу с деньгами, а поделившиеся роликом в соцсетях еще порцию призов, отсюда и название проекта «Ебануться», что в переводе с простого разговорного молдавского «возьми копеечку». Пока вы настраиваетесь на позитивчик, мы едем в следующую точку нашей страны. Долинка, супер! Долинка, класс! Кто не верит? 100%. Долина, рот, Долина Роса – одно из самых зеленых мест в Кишиневе и, пожалуй, главный парк города. Занимая площадь в 100 с лишним гектаров, он плотно встроился в городские кварталы. Вот идешь ты по шумному проспекту, шагнул и оказался на тихом курорте. Сидишь на лавочке, катаешься на лодочке, загораешь на песочке или даже купаешься в одном из трех озер. В советское время парк носил имя Ленина, но расположенная на его территории розовая плантация дала ему народное название «Долина Роз», которая в итоге победила, и сейчас он называется так официально. Правда, самих роз тут не осталось, разве что железный фонтанчик в форме красного цветка на Нижнем озере. Возле этого фонтана я и заложу вам небольшой презент. Ребята, долина Роз в Кишиневе – это место, которое стоит посетить хотя бы несколько раз за лето. Для того, чтобы простимулировать вас сюда прийти, мы закладываем, как и везде, денежку. Сейчас я покажу, где эта денежка вас будет ждать. Ваша цель – вот это раскоряченное дерево, ориентиры, фонтан в форме розочки и такая небольшая территория для пикничка. И вот как это место выглядит от самого фонтана. Вот то дерево рядом с лавочкой с бабушками. Еще раз на карте, чтобы вы не заблудились. Это долинка. Тут установлена роза, а вот здесь, в 30 метрах от нее, очень уставшее дерево. Клад там. Сейчас лето, а съездить на море может не каждый, поэтому городские пляжи заполнены полуголыми телами. Пляж в долине Роз не исключение, ведь он выглядит очень прилично, и еще на подходе к нему мысленно переносишься на морской курорт. Сотни людей загорают и сидят на террасах, кто-то катается на катамаране или рыбачит, а самые смелые даже купаются под убаюкивающее кваканье лягушек. Плещется в воде народ во всех трех озерах, а там, где нет пляжа, отлично подходят бетонные плиты. Блуждая по парку, мы периодически слышали истерические крики. Подумав, что кому-то плохо, мы шли на них, но в итоге наткнулись на тарзанку, трос которой протянут над озером. Перед нами катались даже дети, так что вызов принят, полетели. До меня никто не падал. Жаль. Ты слишком длинный, ты воду цеплял, видел? А ты что, задевал ветки? Да, реально ногами, бля, дерево. Ну, у тебя ноги, ты видел, как березы две. Да, на 40 лей можно выпить больше. Каскад из трех озер получился, когда в этом месте начали перегораживать ручей. Да, вода в нем не идеально чистая, но в озера впадают и родники, за питьевой водой из которых иногда выстраиваются очереди. Тут же, на лавочках, под приятное журчание, отсыпаются усталые кишиневцы. Чистый воздух этому прекрасно способствует.
Вот хорошие, все нормально. Это я служил в воздушно-десантной войске. Да? 2 августа где отмечали? Здесь, в долине Роз? Нет, я как-то был на работе. Привет всем, ребята. Долгое время долинка была в тяжелом состоянии, о чем напоминают окраины ее верхнего озера. Сюда реставрация не дошла. В таком же состоянии и парк аттракционов, в котором установлено единственное в городе колесо обозрения. Хотите окунуться в советскую эпоху? Вам сюда! Другое дело – отремонтированные участки долины Роз, музыкальный фонтан у парка и огромный спорткомплекс с разными площадками – детскими, футбольными, волейбольными и скейт-парком, где молодежь показала мне пару трюков. В общем, пока долинку не застроили высотками и ресторанами, здесь можно неплохо провести выходной, не покидая столицы. Если искали, но не нашли нашу капсулу с деньгами, то не расстраивайтесь, на это есть ряд причин. Во-первых, в ходе ее поисков вы посетили классное место. Во-вторых, подписавшись на Зургалейбл во всех соцсетях, в следующий раз вы первыми узнаете о новой локации. Ну а в-третьих, комментируйте и распространяйте этот ролик. Так вы сделаете для страны доброе дело и, если повезет, тоже получите денежный приз. Все подробности в описании ролика. Пока, ребята!